Так, итак, Миша забросил. Теперь присаживайся и читай. Ждать море погоды. Миша, а ты теперь прочитай что-нибудь. Некогда мне отвлекаться. А красота какая обалденная. Тишина после дождя. Мокрые дотла. Мокрые, промокшие. Где там лягушки? Лягушки никто есть? Никто не наливает, скажи. Никто не наливает? Димка там, по-моему, они в машине там наливают. Так она на тихаря все выпьет, твоя... Что говоришь? Твоя Зойка все на тихаря выпьет там, а мы будем голодные ходить. Зойка выпьет? Выпьет. Зоя, ты закончила? Разговор. Прогуляйся, иди сюда. Зоя. Ну прогуляйся, пожалуйста. Давай, что хорошо. Там Зоя в машине. А там трое вышли из леса. Вот они идут, идут, идут. Зоя, передай с ребятами что-нибудь в рот, а? Зой! Зоя, кукуруза, есть кукуруза? Дай, пожалуйста, кусочек кукурузы. Миша, будешь кукурузу? Нет, принципиально. Миша не хочет. Он на кукурузу не клюет. Не клюю, да. Ну давай, Зоя говорит, вкусная кукуруза. Давай неси. Не, 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 не вкусная кукуруза где? У Зои. А, так у Зои. У Зои есть вкусная. Зоя угощает. Принеси для меня и для себя. А Зоя сейчас принесет. Опа. Фу, что такое? Жена появилась. Нет, трое вышли из леса, двое пришли, третий нет, он подтягивается. Вот он подтягивается. Дима. Ефимович. Дмитрий Ефимович. А? Тебя Борис Ефимович ждет. Да? Да? Я Ефимович. Круто. Зоя, кель сюда. Это едят, Дим, ты вкусно, да? Ничего больше с этим не сделают. А что я так несу? Тебе могу что-то сделать другое. Дима, ты попробуй ее. Даже рыба клюет на нее. А если качан забросит целый, а? Какая рыба возьмет? Зоя сама садила. Сама садила, сама ловила. Сама варила. Сама варила. Сама ест. И сама кушает. Людям, да? Болят мои ноги. Зоя, дай мне кукурузу, пожалуйста. Пожалуйста, кукурузу. Видишь, инвалид стоит? На одной ноге. Кто? Кто, кто, кто? Я, по-моему, в какашки вступил. На. В какашки вступил. О, это хорошо, да? Это к добру. Миша говорит добру. На, Мишек. Я не хочу. Почему? Кукуруза очень полезна. Я знаю, но не хочу. Руки грязные, не хочу. Вы руки у тебя чистые? Да. Зоя, как кукуруза? Ты мне сейчас скажи, как рыбалка. Рыбалка никак. Да мы только начали, Зоя. Думаю, что рыбаков больше, чем рыбы. По-моему, да. Сегодня так. Сегодня что-то очень много. Зоя. Миша, короче, приезжаем. Ни у кого ничего не берет. А Миша, вы как бросили все удочки. Миша, что я тебе в прошлый раз говорил? Что? Ловись рыбка большая и большая. Да, да, так ты же в этот раз не сказал этого. А ты говоришь, а ты... Он, Дима, он Сережа тянет. Кого? Кого он тянет? Вот не поплавок пошел. Кого он тянет? Тянет, 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 тянет. Кого поймал? Не знаю. Ничего не поймал. Он просто прикидывает. Жеребец, который у него был. Это он просто прикидывает. Ни у кого ничего не было. Короче, сейчас... Сейчас как-то солнце... Что это дергает? Как только солнце зайдет... Нет, я тебе рекомендую такого. Нет, нет, нельзя. Нельзя. А озеро красивое, да? Давай, 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 давай. Пошел? Да не важно. Чего такое? Чего так быстро? Потому что она захотела пойматься.
Живой, живой, давай, закидывай. Пошел. Зоя, осторожно. Молодец. Класс. А кукуруза вкусная. Обалденно сладкая. Скажи, Зоя. Зоя, ты сама ее? Слушай, сегодня два кочана уже съел. Зоя. Кукуруза я. Да? Зоя, скажи, пожалуйста, ты сама варила? Нет, тоже. Сама? Может, потому что ты варил. Да. И сама доставала? Более. Миша, Миша, я общипывал перья у кукурузы. У кукурузы, да, да. Это нужная работа, конечно. Да. Очень нужно. Вот бобер поплыл, смотри. Вижу. Погрызет. Видишь, вон, сломя. Да, я вижу. Бобер. Зой. Здоровый какой, а. Ребята, ловите бобра. На шапку? На шапку, да. Зой, они там ходят в машину, подтягивают и опять выходят, да? Чтобы веселее было? В одном и том же месте сидит, Миш. А? В одном и том же месте сидит. Да? Да? Не хочет? Возьми уже. Еще они все сбежали от рыбаков. Все рыбы. Бобер атакует. Бобру надо кукурузу отдать. Да. Что, он сказал бы спасибо. Да. Зой. Дать еще? Может быть, ты кинешь? Нет. Я не выкрою. А вон там что-то... Это тоже бобер что-то плывет? Вон там. Это бобер. На той стороне. Вон там. Или рыбина там такая. Черепаха, может быть. Где, где, где? Покажи, покажи, где. Рукой покажи. Я еще кушаю. Да, ребята, сегодня обойдемся без рыбы. Да? Видно, что гроза будет ночью. Уже. Когда ночью гроза, то не ловится, да, Миша? Да. Миша, они кочаны кушают, рыба кушает кочаны? Кочаны нет. Нельзя давать? Не надо. Да, положи. Да. Пугать не надо. Куда положи, чтобы не сорить? На. Конечно, не надо сорить. Почему? На, еще дать? Да. Меняемся. На. Это хорошо, Боря, появился аппетит. Тише, Зоя, не дергай меня. Ты меня напугаешь. И баргишок она у меня сделаешь. Сразу думаешь, что вдруг поймалась. Подожди, не так сразу. Хорошо, подождем. Знаешь, что хорошо? Ну? Меньше бы чистить рыбу надо будет. Это правда. Мне не нужно будет возиться. Это тоже хорошо. Это что-то да есть. Зоя, скажи браху, пожалуйста. Шма. Ну? Шма, Исраэля, Дано, Элогейна, Дано, Исхак. Аминь. Все? Нет, за меня тоже. И за Мишу-то. Давай. Шма, Исраэля, Дано, Элогейна, Дано, Исхак. Аминь. Аминь. И за меня. А ты сам можешь. За тебя уже сказал. Не, у меня две удочки. Три. Одна. Три раза, давай. Ты говори. Помолись. Ты говори. Ой, я бы сейчас уже столько дел там сделала дома.